Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. 우리 어머니가 출근합니다. 진짜. 바빠. 갔다 올게. 갔다 와. 할머니, 바빠, 바빠. 빠까빠까. 화이팅! Я тоже сейчас буду вставать, потому что мне нужно сходить в банк. Потом нужно сделать кучу-кучу-кучу дел. Поэтому я тоже сейчас уже пойду в душ и буду собираться. Всем доброе утро! Итак, очередная попытка сходить поменять нашу хрюшечку. Но сегодня четверг, поэтому сегодня они точно меняют. Поэтому я иду с хрюшкой. Такое оно прям тяжелое. Ой, пытаюсь одеть кроссовки. Залезла сегодня в свои джинсовые штаны. И все, пойдемте, пойдем. Ой, как-то открыть. Пойдемте, пойдемте. Я свет выключила. Не помню, поэтому выключу здесь. Так хорошо, что есть выключатели, который выключает свет во всем доме. Потому что вот не помнишь, что выключил свет или нет. Можешь просто взять и выключить. Господи, стекло так на мыть дверь, что было такое ощущение, что его нет. Я чуть в стекло не вышла. О, погода прелесть. Единственное, сегодня уже не очень хороший воздух. Но и не сильно плохой. То есть так, не сильно хороший, не сильно плохой. Средняя загрязненность. Там до 11:30, но сейчас, по-моему, без 10:11, так что я иду нормально. И надеюсь, сегодня, наконец-то, они примут мою синюшку. Они ее, правда, единственное, что разрежут, раскромсают. Потому что она не открывающаяся, специально сделана, чтобы не было соблазна ее открыть. И пластика. Поэтому разрежут, раскромсают, заберут. И будет у нас теперь та вот, которая стоит новая, которую мы еще зимой покупали. Такая она металлическая, с коронкой. Миленькая. Ну, вы видели, я его вам показывала. Нам, кстати, здесь тротуар везде поменяли. Вот с этой стороны, с той стороны тоже поменяли. Сделали такой вот, обновили. Новенький, свеженький. Не могу сказать, что он был какой-то старый, разбитый. Он просто был не сильно ровный, не сильно свежий. И вот они его обновили. И сейчас покажу, какой был до этого. Вот, с этой стороны остался. Не знаю, будут делать, еще не будут. В общем, был вот такой вот. Не сильно ровный, не сильно красивый. Все, сходила я. Поменяла нашу свинку. Теперь мы миллионеры. На самом деле получилось достаточно. Достаточно. Пишите в комментариях, кто сколько думал. Посмотрим, кто угадал. В принципе, похоже, близко к тому, что я думала. Ладно, я все равно скажу сейчас, сколько там. Но вот в комментариях только пишите по-честному. Не так, что я сказала, и вы потом, после того, как я вам сказала, напишите. Нет, пишите сейчас. Поставьте на паузу и пишите. А по факту оказалось 42 700 вон внутри, что приблизительно где-то 40 долларов. Вот так вот. Я так и думала, что где-нибудь будет в районе 35-40, ну, может быть, максимум 50, хотя 50 вряд ли. Вот. Ну, так и оказалось, 42. 43 почти, 42 700. Очень здорово, там такая машинка. Мне парень, который там работает, все, короче, все туда высыпал, открыл мне эту, разрезал свинку, высыпала, она там все посчитала, разложила, выдала чек. Потом я с этим чеком подошла, и уже мне забили на мой счет. То есть они и так наличкой не выдают деньги, для того, чтобы не было мошенничества, для того, чтобы там никто не менял, обменивал, отмывал деньги и тому подобное. То есть их зачисляют только на счет. Поэтому сразу будет понятно в банке, кто что, откуда получил, откуда такие деньги, чтобы никто наличкой там миллионы не отмывал. Так, я, в общем, многое что уже сделала по дому. Вот, кстати, большой минус снимать на телефон.
кто меня спрашивал, я снимаю на свой телефон, это то, что я не могу постоянно крутить камеру туда-сюда, то есть мне нужно постоянно переключаться. Либо я на фронталку себя снимаю, либо потом мне нужно переключиться, то есть закрыть это видео, начать новое и снимать уже на обычную камеру. Потому что если я вот так вот просто поверну, то мне очень плохо видно, что именно я снимаю. Мне приходится вот так вот сбоку смотреть. Ну вот, я убралась дома, помыла все полы. Боже, полы просто сейчас весной, пыль копится с бешеной скоростью. Поэтому помыла все полы, все везде протерла, пыль тоже везде протерла. Дома чистота, прелесть. И я еще даже постирала. Вон там все висит. Все постирала. Вот, и еще я достала наш вентилятор. Вот он. Вот он, наш вентилятор. А, да, забыла еще сказать. Я вот сделала себе ноготочки. Приклеила, помните, они у меня были раньше. Вот такие. Их в упаковке как бы на два раза. Единственное, что не совсем некоторые по размеру, но вроде нормально получилось. Вот. Вот одна сторона. И сейчас. Ой, сейчас надо взять камеру вот так вот. И показать вторую. Вот. И они у меня оставались, я давно смотрела, думала, надо как-нибудь, и, в общем, в итоге сделала. И с вентилятором мне тоже надо будет его протереть, потому что пыль скопилась, и просто так его собрать не получится. Вот, но перед тем, как я займусь вентилятором, я хочу сначала приготовить себе поесть. Сегодня я буду готовить кимчи-покумпап, и, наверное, сниму как раз кимчи-покумпап отдельно. Видео, в котором расскажу, что как готовится. Давай, ставься, моя тренога. Вот такая вот у меня треножка. И я хочу взять еще маленькую, потому что, на самом деле, когда я покупала вот эту, мне казалось, я не знаю, чем я думала. Я не посмотрела на размер, и на фотографии она выглядела маленькой, вот до сюда вот. И я в оригинале хотела себе вначале маленькую вот такую вот. Но она оказалась очень большой, но когда пришла, я прям обалдела. Но она со мной уже долго, она со мной уже... Ну, полгода точно. Полгода уже, когда я ее купила. И вот все хочу купить поменьше. Надо посмотреть в интернете тоже и взять поменьше. Потому что это большая, удобная, но если крепить куда-нибудь вот за ручки, если крепить вот куда-нибудь сюда, ну, что она, не знаю. Ну, за ручки, в общем, вот сюда вот. Или за кран, тоже, в принципе, можно закрепить, но большой не закрепишь, потому что он больше, чем этот кран. Поэтому нужно маленькую. Все, буду сейчас готовить кимчи-покумпап и снимать. Все, сделала я себе кимчи-покумпап, так что сейчас буду обедать, смотреть теорию большого взрыва, надеюсь, я ее досмотрю. И желаю всем, кто тоже кушает, приятного аппетита. Видео с рецептом выйдет чуть позже, так что приятного аппетита. В общем, я его, конечно, очень хорошо упаковала, потому что я мучаюсь с ним, никак не могу его открыть. Вот просто беру, разрезаю эту пленку, не знаю, как я так заматывала, серьезно. Но проблема не в этом. Проблема в том, что пока я его разматываю, я вдруг понимаю, что когда он пришел первый раз, я его собирала по инструкции, которая была в коробке. А сейчас этой инструкции нет. Ну, коробка, в которую он пришел, мы тоже его через интернет заказывали. Вот. Оттуда мы ее, конечно, давно еще в том году выкинули. Может быть, где-нибудь среди документов она где-нибудь и запихнута, но я сомневаюсь. Я думаю, что мы ее тогда выкинули, поэтому буду собирать интуитивно, не помню, что зачем, что куда. Вот есть вот такая бандура, это, понятное дело, будет сама, вот эта основная часть я сполоснула, она немножко мокрая. Так, и вот эта часть есть, собственно говоря, сама подставка. Так, она вот так должна быть, мне тоже надо немножко протереть. Так. А, что тут еще есть в коробке-то? В коробке, в пакете. Вот, значит, есть пульт к нему. Так, ну, пультом особо не пользовались. И вот эти заглушки. Насколько я помню, они крутились как-то к вот этой. Так, давайте для начала поставим.
сейчас мы подвинем. Отлично, он у нас включился. Ой, все прекрасно. Ху-ху. Ну, прям супер. И его отсюда можно будет легко как раз-таки взять за ручку, поставить и в коридор, туда, если нужно, потому что, ну, достаточно длинный. И здесь, в комнате, когда спать, прям как раз на кровать. Просто прелесть. Фуф. Отлично, отлично. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем спасибо. Люблю-люблю. Пока-пока.